Я хотел бы уже от себя сказать, что если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обоих прошедших революций сегодня могу сказать, был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлось на долю Атамбаева. И в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана? Возле офиса Атамбаева. Медиафорум – это офис Атамбаева. Поэтому, если будет третья революция, я не буду ее делать. Поэтому я вам так скажу. Революциям в Кыргызстане поставлена точка. Потому что нам нельзя, как вот раньше песню пели, и меня Владимир всегда подкалывал, как в той песне, есть у революции начало, нет у революции конца. Уже надо работать. Кыргызстан отныне должен быть нормальной, развивающейся страной, и последние показатели показывают, что мы правильно идем. Те, кто хочет власти, не надо делать революции или лезть на Белый дом через забор. Пожалуйста, участвуйте в выборах и в парламент, и в президентских. Поэтому такие вопросы мы не обсуждали, Владимир Ильич. Мы обсуждали вопросы экономики и развития двусторонних отношений.